Ах, что бы я дал, чтобы не помнить о прежнем, о взмахе руки и нажатии пальца? Осколок тех мыслей, нещадный прожектор, большим человеком в том не состоялся. Пытался оглушить свою память и совесть, сжигать напоком в парах алкогольных. Но прошлое рядом замучило вовсе, режет и жжет, и укорами колет. Увы, от прошедшего трудно сокрыться, стереть и изгладить грехи, сожаления. Так и приходится чавкать в корыце, давиться слезами, а одна тут дилемма. Как вспышка, как молния с громом и стучи, за нас Иисус на кресте умирал. Мой грех его тяжко и долго так мучил, и я был во всем виноват и неправ. Прощен в покаянии, в глубоком крещении, одежду он дал мне белее, чем снег. Не я, а Иисус принимает мучения, хотя он был чист всех живущих честней. О, как мое сердце взыграло, раскрылось, таланты в развертке потребностей новых. Свободно под иго Христа прислонилась рабом и соратником у Иеговы. Какие мы близкие, братья и сестры, как будто один у нас мать и отец. Сложнейший вопрос разрешается просто, едва после службы успеешь присесть. И страшно подумать, что было бы, если мимо двери моей чудной прошел. Все та же горланил бы пьяной песни, пока простался бы мой кошелек. Забыто корыто, с Христом за столом, напевом учусь у пронзенного Агнца. Безжалостно рушьте мирское на слом, иначе к спасению не будет нам шанса. 7 января 2006 года.